Всем привет! В этом видео я расскажу, как узнать IP и MAC адреса вашего компьютера, смартфона или планшета. Windows или macOS, в Android или iOS. После выхода на нашем канале серии видео о настройках роутеров, мы стали получать вопросы о том, как узнать IP и MAC адрес компьютера, смартфона, планшета или другого устройства. В этом видео я постараюсь описать наиболее простые и удобные способы. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Цели, для которых пользователю необходимо узнать IP и MAC-адрес устройства, могут быть разными. Но в основном такой вопрос возникает при необходимости привязки устройства к интернет-провайдеру. Ведь каждое подключенное к сети устройство, ноутбуки, планшеты, настольные компьютеры, смартфоны и так далее, имеют свой IP-адрес в сети и универсальный MAC-адрес. Итак, начнем с компьютеров на Windows. IP и MAC-адрес компьютера с установленной на нем любой версией Windows можно узнать с помощью командной строки. Для этого запустите командную строку любым удобным способом и введите в ней команду apconfig all. В результате откроются все данные по доступным на ПК сетевым адаптерам, проводным или беспроводным. В строчке «Физический адрес» указан MAC-адрес сетевого адаптера компьютера, а IPv4 адрес – это текущий IP-адрес вашего ПК в сети. Имейте в виду, если в вашем компьютере несколько сетевых адаптеров, например, одновременно и проводной, и Wi-Fi, то информация отобразится по обоим, и у них будут разные IP и MAC адреса. Вам нужен тот, который фактически используется. Если у вас Windows 10, то IP и MAC адрес вашего ПК можно посмотреть в свойствах сетевого подключения. Для этого кликните на значке «Параметры сети и интернет» в панели задач. Здесь кликните по значку сетевого проводного подключения или по ссылке «Свойства беспроводного». Внизу странички сетевого профиля в разделе «Свойства» отобразятся данные по сетевому адаптеру. В строчке «Физический адрес» указан MAC-адрес сетевого адаптера компьютера. IPv4 адрес – это текущий IP-адрес вашего ПК в сети. Для всех версий Windows, включая Windows 7 или более старые версии, подойдет следующий способ. Перейдите в панель управления, центр управления сетями и общим доступом, изменение параметров адаптера. Кликните правой кнопкой мыши на используемом сетевом адаптере, проводном или беспроводном, и выберите состояние, сведения. В строчке «Физический адрес» указан MAC-адрес сетевого адаптера компьютера. Адрес IPv4 – это текущий IP-адрес вашего ПК в сети. Если у вас компьютер с macOS, то на нем также можно посмотреть IP и MAC адреса. Для этого откройте Finder, программы, утилиты и запустите терминал. В терминале введите команду ifconfig. В поле Ether указан MAC адрес сетевого адаптера компьютера, а inet – это IP адрес вашего ПК в сети. И второй способ. Перейдите в системные настройки, сеть, выберите нужные подключения, если их несколько. Дополнительно. Адрес IPv4 – это текущий IP-адрес вашего ПК в сети, а MAC-адрес указан во вкладке «Аппаратура». Все очень просто. Перейдем к смартфонам и планшетам. Чтобы узнать IP и MAC-адрес Android смартфона или планшета, перейдите в «Настройки». О телефоне – статус. MAC-адрес устройства указан в пункте MAC-адрес, а IP-адрес в пункте IP-адрес. Также в Android IP и MAC-адреса устройства можно посмотреть в свойствах Wi-Fi сети. Перейдите в настройки – VLAN и кликните значок «Свойств» или информацию по сети – о сети. Здесь собрана полная информация по подключению, включая IP и MAC-адреса. Но имейте в виду, что меню свойства Wi-Fi сети будет доступно только если устройство уже подключено к ней. На разных версиях Android название пункта в меню может немного отличаться. IP и MAC адреса в iOS. Чтобы узнать IP-адрес, перейдите в настройки, Wi-Fi,
нажмите кнопку «Информация» возле сети, к которой подключено устройство. IP-адрес указан в поле «Адрес IP». Чтобы узнать MAC-адрес, перейдите в «Настройки», «Основные», «Об этом устройстве». MAC-адрес указан в поле «Адрес Wi-Fi». О том, как узнать MAC-адрес роутера, у нас уже есть отдельное видео о его базовых настройках, поэтому не буду углубляться в данную тему, ссылку оставлю в описании. И еще одно. Как узнать внешний IP-адрес компьютера? Определить внешний IP-адрес компьютера еще проще, чем внутренний. Для этого нужно зайти на один из специализированных сервисов, например, TOIP. Перейдя на сайт, вы увидите свой внешний IP-адрес, информацию о провайдере и другие данные. Надеюсь, это видео будет вам полезным. Если будут возникать вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Ставьте под видео лайк и подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео. Хорошо.